Здравствуйте, уважаемые зрительницы моего канала! Сегодня расскажу вам, как можно сделать из ленты красивый цветок из простого ромбовидного лепесточка. Чтобы сделать простой ромбовидный лепесточек, нам понадобится лента шириной 5 см, из которой я отрезала уже квадратик, зажигалка и ножнички. Сборку лепестка начинаем с того, что опаиваем видимые срезы нашего квадрата. Затем складываем его в треугольник и подгибаем его уголочки к краешку вот таким образом, оставляем тут небольшой промежуточек, обрезаем ненужное и заплавляем. Вот такая заготовка у вас получится. Я сделала еще несколько таких лепесточков и уже их соединила. Затем вкладываем аккуратно лепесток в наш цветочек и заплавляем его зажигалочкой, тем самым закрепляя на цветке. Вот что у вас получится. Вы можете окончить этот цветочек, дополнив его еще такими лепесточками. Спасибо всем за внимание. С вами была Эсида. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и смотрите другие мои работы. Всем удачи!